Вам важно, чтобы дети вами восхищались. Да. Да, так было. Вряд ли они вами раньше восхищались. Эй, Козел, разве ты не должен меня утешать? Я не мозгоправ, Боб. У меня своя миссия. За что дети любят спортсменов? Ну, за то, что те трахают моделей. За это их любим мы. А дети любят спортсменов за сбывшиеся мечты. Я не умею прыгать. Нет. А готовить? Что за чепуха? В вашем резюме написано, что вы изучали французскую кулинарию. Кто-то подрабатывал жаре цыплят в КФС, а вы убирали со столов в шикарных ресторанах. А потом закончили колледж и пришли сюда. Сколько вам положили, чтобы вы отказались от мечты? 27 штук в год. А когда решили остановиться и вернуться к тому, что вас радует? Но и вопрос. Я часто вижу тех, кто всю свою жизнь проработал в одной компании, таких, как вы, приходят по часам, отсиживают свое и не испытывают ни секунды счастья. У вас появилась возможность, Боб. Шанс для возрождения. Попробуйте хотя бы ради детей.